площадка показалась очень интересна и качественна. Общение действительно в любом случае получилось, как со спикерами, так и гостей между собой в онлайн-формате. Это, наверное, новый опыт для всех участников, потому что все привыкли, естественно, в Сочи, на море, пообщаться вживую. Ну, я бы, наверное, сказал так, как эксклюзивный одноразовый вариант, наверное, это смотрится очень хорошо, но привыкать к такому варианту не хотелось бы.